Здравствуйте, меня зовут Томас Тобе, я иностранный из Гани, это страна в Африке, конечно. Учусь ли я? Да, учусь в Индустриальном университете, институте геологии, на втором курсе. Вот. Какие увлечения еще? Может быть, баскетбол и футбол, но больше всего баскетбол, потому что это крутая игра. А если вы есть какие-то вопросы, вообще не сняется, я обязательно человек, можно спрашивать. А творчество как? Танцуешь, поешь? О, песни. Песни, нет. Танцы. Танцевать? Нет. Нет? Барабан? Да. Отлично. Привет ему большой передачи. Светлана Николаевна передает привет Эдвину. Прошлому участнику. Эдвин. Да. Передайте ему привет. Конечно. Большой. Нравится тебе в Тюмени? Да. Ну-ка. Конечно. Почему бы нет? Красивые девушки есть. Это во-первых, но во-вторых, холодно. И я люблю жарко. Вот поэтому я люблю Тюмени. Ну, а какое у тебя любимое русское блюдо? Борщ. Я могу сам готовить. Да? Класс. Есть еще вопросы? Да, есть. Повышенная стипендия. Повышенная стипендия, да. Есть повышенная стипендия? Да, есть. Да, есть? Ну, хорошо. От Ганны повышенная стипендия. Да, есть, Дмитрий Владимирович. Все? Есть вопросы? Нет. Спасибо большое. Спасибо. Отлично. Ты очень